Против вас играют архитекторы из Франции. Внимание, вопрос. Что общего у Лувра, Абу-Даби и Эйфелевой башни? Ну так, ничего не напоминает? Правильно, это вес. На самом деле Абу-Даби имеет тесные связи с Францией. Улица Жака Ширака на Cultural District. Жемчужиной высших учебных заведений является Сорбонна. Этот музей мог быть чем угодно, но стал Лувром. Вот эти три дома, Лувр Резиденсис. Там внутри будут настоящие предметы искусства из Лувра. И дизайн будет, которым построен Лувр. Поэтому Лувр Резиденции, по моему мнению, принесут самый лучший доход с целью перепродажи.